Привет из солнечного города Сочи. С вами, как всегда, Арина. И Черное море, и Лазаревское, и прекрасное настроение. Кто не просмотрел предыдущий влог, где я снимала вам на море, проходите, смотрите. Вот. И я записываю уже новый влог. Еду в обратное направление. Хочу доехать до нашего магазина «Престиж», «Презент» и посмотреть, какие там новиночки привезли. У нас уже ноябрь идет, вовсю гуляет, да? А мы еще с вами в этом магазине не были, потому что я туда заезжаю каждый месяц и снимаю новиночки. Так, ну что, мы с вами подъезжаем. Скоро будем на месте. Посмотрим, где мы с вами припаркуемся. Вот, наверное, здесь. Как раз магазин вот с правой стороны. Вот этот магазинчик. И пойдемте прогуляемся. Наливайте себе кофеечек, девчонки, чаечек. Очень интересно посмотреть, что же там новенького привезли. Так, ну что, девчонки, мои очичи, которых я вам снимал на море, одеваем. У меня все в желтом цвете, у меня солнышко. Хотя сегодня у нас все равно солнышко. И давайте прогуляемся. Вообще никого народу нет, там вход в парк, как раз центральный. Тоже интересно очень посмотреть, что там внутри. Ну что, готовы? Пошлите на шопинг, да? Смотрим. Ну вот, смотрите, людей мало. Магазинчик наш. Рядом парк культуры и отдыха. Номер, квартира наверху увидела. Не знаю, вы увидите. Может быть, кому-то нужно будет. Пошлите, поснимаем. Так, сейчас, девочки, мы с вами пробежимся. И как раз я спросила у девчонок новиночки. Сейчас вам покажу, что вообще здесь есть, как всегда. Трусишечки, колечечки. Ух ты, змейка. Симпатичная, но размерчик маленький. Вот такая вот интересная тоже. И смотрите, Луи Виттон. Это надо будет померить. Кстати, мне понравилось. Пока сюда положу. Мы с вами начали с украшений, девочки. Так, цена 1500. Помните, я здесь... Кстати, я вспомнила сейчас, давно не одевала серьги. Их не покупала здесь. Тоже симпатичные. Вот такие вот тоже можно примерить. Будет. Вот, интересные. Угу. Так, цена 1000 рублей. Сережечки Dior 2000. Так, сумочки. А из сумочек что-то новое было? А, туда дальше, да? Ага. Так, кроссики. Сколько вот эти? Так, не вижу. Сейчас. 6000. Вот эти. Угу. Вот симпатичные, кстати, тоже. 8000. Это какая? Это Турция? Не скажете? Вьетнам. А, Вьетнам. Угу. Так, замшевые. А, все, вижу. Угу. Так, девочки, давайте посмотрим сумочки птички, наши любимые. Птички, сиреневые птички. Я вот не помню таких. 9500. Вот, симпатичная тоже кожаная сумочка. Угу. Вот, цвет красивый какой. Как-то здесь посмотрите. А цена там внутри, да? Это у нас Марк Якобс. Внутри там цена, не могу найти. 8500. Ага, отлично. Сюда ставим.
Так, проходим. А, вот замшевые. Девочки мне говорят, замшевые. Вот такие по 15. 17 вот эти. Вот такая вот замша тоже интересная. Смотрим. 15. Маленькие сумочки. Вот эти вот были, я сколько помню. Наверху у нас по джинсу. Помните, я тут покупала тоже, девочки, и розовую, и свою замшевую, джинсовую, точнее, белую. Девочек, сумочку. Угу. Так, смотрим. Мужской отдел. Вот, кстати, под Louis Vuitton тоже симпатичная. А вот такая вот черная под Louis Vuitton. Сколько она? Вот, черненькая. Сейчас пока. А, да, вот это. Не помните? А, есть на ней, да? Я там браслетик оставила, там померяю я его, отложил. А, вот, вижу. 7500. Симпатичная, кстати, сумочка. Смотрите, девочки, такая как редикюльчик, да? Интересная. Здесь две молнии получается. Угу. Две молнии и получается одно отделение. Угу. Так, сейчас мы его поставим обратно. Угу. Джинсики мужские. По 7. Лакоста 7500. Это вот такие брючки. Угу. Курточки. Теплые штанишки уже появились. Кроссовочки мужские. Жилеточки. Жилеточек не было. По 5000. Мужские, смотрите. Симпатичные такие жилеточки. Рубашечки тут есть. По 3000. Хлопковые такие. Знаете, очень хорошее качество. Прям курточка теплая. 12000. Черненькая тоже есть. Ремешки. Найк, под Найк. Ветровочка зелененькая. Смотрим, 4500. Вот эта курточка тепленькая, смотрю, такая цветная, симпатичная. 9500. Так, дальше. Женские курточки пошли вот с такими капюшончиками симпатичные. 10500. О, какая мягенькая, искусственная, вообще супер. Девочки, прям вообще шикарно. Так, найдем мы здесь ценник. Сейчас скажу, сколько стоит. Одной рукой немножко неудобно. Так. 4500. Вот такой вот пиджачок. Жилетки женские. Тоненькие, кстати, очень неплохие. Смотрите. Девчонки. Монею. Моне Ю, 3XL, кстати, написано. Смотрим. 5500. Кстати, очень даже неплохо. Разные размерчики и разные есть цвета. Черные, белые. Это мягенькая прям такая, вообще супер жилеточка. Угу. Так, есть вот такая
как кожа. Кстати, тоже такая неплохая. Смотрю. Ценник. Что ценник не вижу. Сейчас поищем. Тут нету. А вот тут у этой ценничка нету. Можете сказать, сколько она? А, в кармашке. Все, поняли. Что-то мы тут искали. А, вот. 6500. Угу. Так, размер там указан. Кстати, адрес. Адрес девочки магазина. Колораж 8. Даевского 37. А что тут за адреса написаны? Даевского 37, колораж 8. Это, а, ваших магазинов, да? Все, поняли. Мы на Даевского сейчас находимся. Вот тоже симпатичная. 2700 вообще. Вот это вот. 2XL. Смотрите, девчонки. Жилеточка симпатичная какая. Такая более утепленная. Немножко как прорезиненная с такого качества. Так. Брючки, костюмчики. Широкими брюками костюмы. 8000. Угу. Есть светлые костюмчики. 10500 на резиночках. Есть теплые платьишки, смотрите. Такие трикотажные. И по бокам разрезики. Есть разных цветов. 5000 они по цене. В принципе, недорого. Горловина такая V-образным. Видите, какие яркие цвета. Есть под горлышко. Видите? Платье. Сейчас покажу вам вдалеке. Вот так вот отхожу. Вот видите, длинные платья. Очень много пиджачков разных. Тоже леопардовые. 10000. Сейчас модно опять леопард. Я себе костюм купила, помните? Под леопард. Рубашечка 3000, утепленная. 9000. Угу. Теплые свитера, водолазочки, брючки. Сейчас мы с вами еще на распродаже посмотрим, что там интересненького. Платочки красивые. По 1000 рублей, смотрите. Так, вот эта стоечка распродажа. И здесь еще мы пройдем, посмотрим. 50%. Теплые кофточки. Угу. Сейчас. Ветровочка. Интересная. С капюшончиком 6500. Вот тут тоже есть жилеточки. По 7. Угу. Плащи и обувь. Угу. Вот тепленький пиджачок, кстати, неплохой. Цена 13. Угу. Обувь. А это троечка у вас, да? Нет. А, это просто так одели. 6500 костюмчик, вот светленький, девочки, на резиночках ножки, ручки манжетики, и вот красиво так подобрали, девчонки. Так, значит, с длинным рукавчиком такие у нас кофточки, почем? По 4500, разных цветов тоже есть. Смотрим. Угу. На молнии 4000. Миу-миу. Вот комплект. Кстати, симпатичный. Сейчас серый очень актуальный цвет сезона. 8500. С брючками на резиночке и манжетики. К
курточка Миу-Миу, тоже симпатичная, девчонки. Значит, смотрим, 11 тысяч, кожаный такой воротничок, она такая теплая, дутик. А вот есть с мехом курточки. С мехом сейчас посмотрим. Утепленная. Вот фирма такая, девчонки, коллекшн. 7500 эмочка. Тоже интересно, кожаная здесь вставочка. Есть мех, кстати. А мех натуральный, да? Вот у этой Го-Го, которая. Го-Го. А? Эко. А, понятно. Смотрится такой мягенький, как натуральный. Сейчас очень хорошо вот это все подделывают. Смотрите, как интересно здесь воротник сделан. Девчонки. Воротник завязывается как шар. Сейчас издалека покажу курточку. Так, где тут у нас ценник? А, вот он спрятался. 7500. Тоже симпатичная такая. Есть потоньше курточки. На кнопочках. Так, найдем сейчас ценник. Так, тут тоже нету. Ну, наверное, я думаю, тоже в пределах такой где-то суммы. Желтенькая, черненькая. Так, что еще мы посмотрим? А, вот еще есть такие вот пальто, либо кардиганчики. Это вот даже как под ангору, да? 5500, как ангора. Драповые пальто. Так, пальтишечки по 12500. Длинные. В клеточку где-то по колено будет. 12000. Так. Ну, что еще, девчонки? Вот наверху сумки еще стоят. Сумочки наверху. Кроссовки мужские, женские. 6500. Вот, допустим, вот эти вот, да? Вот зелененькие, кстати, неплохие. 6500 тоже. Женские. Вон розовые стоят. Разные. Ботиночки. Миу-миу. Под Миу-миу. 8500. Угу. Так, и очки сейчас покажу. Очки, а, береты еще вот тут рядышком висят. Шапочки разные. Так, кепки Зетта. 1500. Шапочки. Вот, кстати, неплохая такая вот. Интересная расцветочка. 1200. Перчаточки. Девчонки. По 600 рублей. Шапки разные. Так, вот это, допустим, цена сколько? 700 рублей. Очень неплохие, кстати, шапочки. Кепочки мужские. И вот очки. Сейчас покажу вам разные. Очки тоже я, помните, покупала летом у девчонок. Угу. Так, там еще есть витрина. Вот я только что ее видела, сюда ходила. Смотрите, там тоже вот сумочки. Красиво так сделано. Симпатично. Девчонки, я браслет, помните, выбрала, смотрите, браслет. Это Yves Saint Laurent, да? Он кожаный, цена 3000. Я его померила сейчас. Вот как вы думаете, брать, не брать? Такой симпатичненький браслетик. Сейчас. Симпатичненький, девочки, браслет. Мужчина там меряет
Вот здесь вот мы с вами его обнаружили. Вот, кстати, еще. Но это вот очень тоненький. Это для узеньких ручек. Здесь, видите, колечки у них. Вот, конечно, мало места. Вот он закрывается. Видите, не совсем. Вот это вот не очень, конечно, удобно. Девочки, смотрите, вот девочка, которая работает, смотрите, как круто на ее ручке смотрится. А потому что запястье вот худенькое, и у тебя вот этот весь, вот эта вся красота прям вот на этом фоне. А у меня больше. Я говорю, вот я думаю, не знаю, брать, не брать. А с этой стороны она... Ой, как тебе перевернуть? Вот, видите, здесь вот так вот фиксируется. Вот за это вот. И, в принципе, а у меня прямо она рядом совсем. Ну, прикольно, под черный стиль вообще классно смотрится. Видите? Интересная вещичка, конечно. Что я тут... Так, ну что, мы с вами... Я не стала брать, девчонки, браслет. Он классный. Ну, во-первых, цена 3000. Так, парк культуры отдыха Тростелитие. Победа. Сейчас немножко здесь вам покажу, что у нас тут цветет. Вглубь не буду проходить туда далеко, да? Вот. Но и он как-то вот мне как будто маловат. Все-таки вот на стройную ручку, на запястье он лучше смотрится. Смотрите, какая красота. Как все цветет. Зелено, красиво. Я вам показываю небо. Смотрите, какая красота на фоне голубого неба. Такая зелень шикардосная, да, девчонки? Розочки цветут, смотрите. Девочки, мужчины. Я забываю про мужчин всегда говорить. Но этот влог, наверное, девочки будут смотреть. Смотрите, какая красота роза. Супер, да? Ну что, я первый раз ничего не выбрала, девочки. Наверное, потому что я накупила очень много Валберес. Вот. Вы же видели, да, костюмы, футболочки покупила всякие разные. Вот. Ну и, в принципе, курточки, все вот это есть. Поэтому, думаю, пока мне не надо. Ничего вам не стало мерить. Естественно, очки забыла в машине. Ну ладно, я тут недолго. Сейчас, ой, солнце светит прямо в глаз. Сейчас дойду до фламинго. Покажу вам фламинго. Вообще красота. От солнышка немножко отворачиваюсь. Так, лазаревцам, героям, жертвам Великой Отечественной войны, низкий поклон вам и вечная память. Видите, памятник. Иду к этой шляпе. Смотрите. Какая красота. Видите? И я такая сегодня в зеленом. В зеленой. Вообще футболочки прям как раз под цвет. Наши магнолии красивые. Переворачиваю вас. Магнолия. Смотрите, трава зеленая. Вот где я вам сейчас снимала. Видите, как красиво, да, сделаны. Это все сделано из травы. Вот этот шлем симпатичный. Вон фламинго. Я иду к фламинго. Какая красота. Смотрите, как все зелено, да? В парке у нас. Все так красиво, зелено. Тепло, так комфортно, не жарко, не холодно. Вот фламинго. Потрогаем их. Но это искусственные, конечно. Это не трава. Фламинги искусственные, прям стоят в пальмочках, вообще шикардос. Смотрите, какая красота, да? Красота. Вообще, даже фоточку сделала себе. Обожаю уже розовый цвет, девочки. Хотя меня торкнуло уже на серый и зеленый. Видите, как у нас все меняется, да? Меняются наши вкусы. Так, ну что, немножечко сейчас еще погуляем. И я буду с вами уже прощаться. Напишите, кстати, по поводу цен этого магазина. Я знаю, что он не дешевый. Сегмент там, в принципе, не дешевого класса. Но там даже по скидке, кстати, обратили внимание, там тоже не дешево, девочки. Даже по скидке, представляете? Вот. Вот этот вот стенд у них, где 50%, да, скидка.
Поэтому пишите свой ценник, и кто здесь живет, пишите, одевайтесь ли вы в этом магазине. Я очень много что покупаю. Просто спросила, привоз был, я вовремя попала, но мне пока ничего там не подошло, не нужно, не понравилось. Ну, вообще, как бы просто, куда нам? Мы постоянно периодически так отдаем эти вещи. Куда нам забарахлять свое имущество? Смотрите, на фоне зелени, как красиво вообще, какая шикарная женщина, да? Девочки, какие мы шикарные, куда смотрят мужчины, да? Я бы даже так добавила еще. Так, ну что? Это у нас палаточки тоже закрыты. Многие. Вот смотрите, как оформлено красиво все в парке, да? Шикарно вообще. Как все пострижено аккуратно. А там даже, смотрю, вон фонтанчики еще какие-то работают. Интересно. Ну-ка, давайте пройдем, посмотрим, что там за фонтаны. А видите, народу мало, потому что это на неделе я снимаю, не выходной день. Выходной день очень много здесь народу гуляют у нас в парке. Красивые мостики. Так, что здесь у нас? Горячие напитки. Дом страха. Так, вот сейчас по этому мостику как раз пройдемся на ту сторону. Подойдем, где фонтанчики работают. Так, ну что, я перешла через мостик. Смотрите, друзья, какой шикарный робот. Дом страха. Как, кстати, этот робот, интересно, называется? Кто-нибудь знает, девчонки? Смотрите, как все утопает в зелени. Какая красота! Так, идем там, где фонтанчики. Смотрим, что там такого интересного. Это какой-то интересный бассейн с фонтанами. Он меня тут завлек к себе. Я думала, может быть, тут какие-нибудь уточки плавают или еще что-нибудь. А, ну, конечно, здесь черепахи живут. Смотрите, друзья, шикардос. Какие красивые, гляньте. Смотрите, вот черепашки лежат, отдыхают. Видите? Тут им прям... красота, а тут так прям прохладненько, фонтанчик бьет. И вот здесь вот целая семейка живет. Смотрите, один другому прицепился. Так интересно. Такие интересные черепашки водяные. Вон там вот в траве черепашки, смотрите. Никогда сюда не подходила. Думаю, что здесь такое? Почему здесь фонтанчики работают? И вон там, смотрите, тоже троица сидит, интересная. Ну как вам? Шикардос, да? Вообще шикардос. У них тут камыши прям растут, прям такое, все для них, все для черепашек. И вот, смотрите, рядышком отели красивые такие, симпатичные. Видите? Ну как вам черепахи? Я вообще в восторге. Я обожаю черепашек. Кстати, кто любит, кстати, черепах, пишите. Интересно, да? Вот так вот. Вот погуляешь, летом жарко, и бежишь бегом, да, к морю. Даже через этот парк кто-то бежит. А когда комфортная погода, идешь спокойно, гуляешь, и что-то здесь вечно обнаруживаешь интересненькое. Кстати, тут такая интересная композиция. Сейчас вам покажу, как красиво из травы сделали. Смотрите, какая красота.
Это как будто человек везет повозку с цветами. Здорово, да? Смотрите, как красиво. Шикарно вообще сделано. Вон там детишки сидят, мороженое кушают. Сейчас фоточку сделаю. Ой, бабочка даже. У кого в ноябре бабочки летают? Смотрите. На желтом листике бабочка прилетела. Представляете, какая красота. Вообще супер. У нас в ноябре в середине бабочки летают. А у вас? Пишите. Вообще интересно, да? Видите, как симпатичненько все. Пальмочки. Вот, немножко прогулялись с вами по парку. Вот, кстати, красивое тоже, смотрите, деревья прям такое все темно-бордового цвета. Симпатично. Дети там кашляют, сидят на лавочке. Вам, наверное, не видно, а может быть, видно. Вот тоже композиция цветочков интересная, видите? Так, ну что, мы с вами уже выходим из парка. Буду уже заканчивать свой влог. Хочу вам пожелать отличного дня, вечера, ночи. Смотря в какое время вы меня смотрите, друзья. А с вами, как всегда, была Арина, море, Сочи. Осень золотая. Приятного вам отдыха. Лазаревский парк. Вот так вот, друзья. Смотрите, какой повилял хвостиком. Всем пока-пока, до скорых встреч. Смотрите, а электричка поехала в Сочи Адлер. В то направление. Ласточка. Шикарное завершение видео. Пока-пока.